Лида, а вы как? Конечно, как немцы говорят, бегаст. Как вот передать по-русски? Поражена, да. Удивлена всем. Что действительно здесь каждый камень история. Вот. Когда едешь по территории Израиля, кажется, что это все пустыня, камни. Когда вот въезжаешь в этот город Иерусалим, или в тот город, где мы были, как он называется? Эйлат. Или кое-где такие оазисы, пустыни, и вдруг такой оазис, что поражаешься, как это все здесь смогли сделать. Все это надо полить, вырастить. В общем, сплошное удивление. И большое спасибо за то, что мы здесь побывали. Спасибо вам. Большое спасибо вот моей Нелли. Это она мне устроила такой отдых, такую экскурсию, такую прелестную экскурсию. И на Мертвом море мы были, на Красном море, и в Иордании, и тут. В общем, много-много посмотрели. Спасибо. И вам спасибо, что вы приехали.